Приветствую вас! И если правильно понял, то скандалы, ссоры начались тогда, когда у мужчины появилась любовница, и, собственно говоря, ее появление и вследствие определенных проблем в ваших отношениях. Нужно в первую очередь понять, почему мужчина начал увлекаться другой женщиной. Что она давала ему такого, чего не давали ему вы, и почему. И после этого вам станет более понятно причина его поведения. Возможно, ваши отношения за 35 лет жизни себя немножечко изжили, стали слишком однообразными, слишком размеренными, и мужчине захотелось чего-то нового, чего-то интересного и так далее. И новая женщина стала для него отдушиной. И ваши чувства, конечно, очень понятны. Но, к сожалению, такая ситуация происходит. Мужчины, прожив много времени с женщиной, чувствуют, что их жизнь закончилась, чувствуют, что они стареют, и, боясь этого самого старения, пытаются за счет новых отношений омолодить себя. Конечно, это всего лишь иллюзия, и от себя, как и от изменений возрастных, не убежишь. Но мужчина пытается. И если вы хотите сохранить отношения с мужем, то нужно понять, как я уже сказал, что дает ему эта новая женщина. И постараться дать то же самое мужчине, но более качественно и в больших объемах. Если же предательство подобному вы простить не хотите и не можете, это ваше право, тогда вам нужно понять, что мужчина попросту-напросто перестал ценить вас. Перестал относиться к вам тепло, искренне, и не смог признать, честно признать, что ваши отношения себя изжили, не решился рассказать вам о проблемах, которые изначально толкнули его на то, чтобы завести любовницу. Потому что любовница заводит, как правило, из-за наличия проблем, внутренних конфликтов и противоречий. Именно они, эти конфликты и противоречия, мешают человеку обрести гармонию с собой и толкают его в пучину измен. Вам необходимо для себя понять, что мужчина не справился сам с проблемами. Гордость не позволила ему поделиться ими с вами. И в итоге это вылилось в измену. По сути, ваш мужчина проявил здесь слабость и малодушие. И вряд ли такого можно уважать, вряд ли такого нужно ценить. Вы так оказались сильнее, вы за это время ему не изменили, и вы были с ним честны и всем делились, а он вот поступил именно так, не совсем по мышке. Соответственно, его нужно вам пожалеть, сказать ему, что ну вот хочет он остаться один, это его право, но вряд ли он будет счастлив. И вам нужно понять, что тот мужчина, которого вы когда-то любили, так бы никогда не поступил. Так поступил и другой человек, который к вам ничего не чувствовал, который вас не уважал. Но это самое страшное, он не уважал не только вас, но он не уважал и себя тоже. Ведь только не уважающий себя мужчина может изменить своей женщине. Поэтому эту ситуацию вам желательно переживать вместе со своими родными, близкими, друзьями, чтобы они вас поддерживали, помогали, отвлекали вас.
И просто-напросто держать в голове мысль, что мужчина, которого вы знали, изменился, он стал другим. И этому другому мужчине было очень легко вам изменить, к сожалению. Все течет, все меняется, и люди меняются тоже, иногда не в лучшую сторону. Я желаю вам удачи, я желаю вам терпения, я желаю вам сил для преодоления проблем, и если я могу чем-то помочь, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен.